Окей, а есть какой-то подтвержденный мув, чтобы люди превозмогли сами себя и стали прям лучше и менее подвержены ресентименту? Понятно, что это, скорее всего, будет исключение из правил, но все-таки интересно. А мувов никаких нет. С позиции Ницше вообще ресентимент – это предопределенная хуйня. То есть, если ты слабая личность, вот в этом смысле, то есть не физически слабая там или еще там какая-то такая хуйня, а слабая в смысле по своему мировосприятию ты раб ебаный. В принципе, завистливый какой-то хусос, ресентиментарная личность, то ты с этим ничего сделать не сможешь, и окружающие с этим ничего сделать не смогут. Это так будет всегда. И с целыми группами людей это так. Я это по-другому вижу. На мой взгляд, возможно работать над собой. И с моей точки зрения, так же, как если у человека есть какой-то порез, царапина, ссадина, он может наложить пласт, он продезинфицировать может, перекисью обработать, перебинтовать или пластырем заклеить, еще уйму хуйни сделать, которая поможет. И ресентимент – это абсолютно такая же хуйня, только в голове. То есть, если человек замечает это за собой, да, он может что-то сделать по этому поводу. Просто не у всех получается, так же, как с порезами на самом деле. То есть я, например, когда один стал жить, я один раз, короче, резал сыр и пиздал себе по пальцу очень жестко ножом, блядь. И тут прямо, короче, было на стыке, значит, этих фаланг, там, где вот эта складка, у меня был глубокий порез поперек, короче, этого стыка. Это очень неприятный, блядь, порез, потому что каждый раз, когда сгибается палец, у тебя раскрывается рана, блядь. И потоком ебать кровь оттуда. И я в душе не ебал, что с ней делать, с этой раной. У меня просто не было ни аптечки дома, ни хуя. То есть я спрашивал просто корешей, блядь, а что мне заказать-то для этого пореза там? Бинты, пластыри, блядь, еще всякую хуйню типа. Мне там говорят, там, перекись водорода, но перекись водорода не дезинфицирует, надо еще продезинфицировать, там, типа, спирт какой-нибудь, что-нибудь в этом роде. Вот, и бинт, и пластырь, и хуястырь, блядь. И в итоге пофиксил я эту хуйню. Ну, опять-таки, я мог и не знать. И у меня не могло бы быть и средств для того, чтобы пофиксить эту рану. И в итоге она нагноилась бы, допустим, я был бы без руки. И с ресентиментом абсолютно так же.